Как всегда я. Всем привет, ребята, с вами как всегда я, Данил. И сегодня мы будем играть в такую игру под названием Block Strike. И сейчас я зайду на какой-нибудь любой сервак. Например, давайте на вот этот. Сейчас вы не видите мои касания. Вот, игра за зомби. Извиняюсь, что чуть-чуть подлагивает, но такая вот печалька. Блок старай. Убью из АА-12. Зомбака. Мне надо поставить чуть-чуть чувствительность получше. Например, 50. О, так нормально уже. Опа. Все. Где-то тут кто-то, короче, сидит, ребята, извиняюсь. Уже плохое качество, посмотрите, кроме интернета. Вот и, кстати, люди. Да. Они мочат всех и вся. Давайте поправим. Один чел свалил. Ой, еще уважившие победили. Мегамикс. Так давайте пойдем с ними. Ой. Ребят, лагает просто из-за того, что у меня мало интернета. Тебя просто питание интернет берет. Ты смотри, как жрет. Короче, давайте будем просто бегать от зомбаков. Короче, мне нужно больше интернета. Я иду к нему. Да, я иду к интернету. Вот у меня интернет. Теперь все должно быть. Висит почему-то и все. Не понимаю. У меня все хорошо. Давайте и обманем этих выживших. Епс, долетели. Не знаю, можно так сделать. Давайте пойдем на пол. Так, ребят. Корм идет. Епс. Упс. Давай запрыгивай. Да что такое? Они отбиваются. Да что? Ой, меня убили с дела. Ничего, я сейчас вернусь. Так. Где там сидеть? Давайте опять залазим сюда. И опять их будем обманывать, чтобы они нам по ногам не стреляли. Это что такое джойстик? Ну, нормально. Это что такое? Хоть их и два человека, выживших, но они так хорошо отбивают. Уже всех подряд. Это карма какая-то. Это какая-то карма. Вот вы видите, да? Справа. Да. Сейчас мы их убьем. В скором времени мы их убьем. Только я думаю, не так уж. Ой, подлагивает. О, нормально. О, не палите по мне. О, все. Где победили. Тут она хрена зомбаков.
Ой, да почему ж такая тролля? Сейчас возьмем там это все. Ой. Да что тебе? Давай тяпай. Чувак. Опа, ой, ёпа. Давайте нажмем. Сейчас один. Чувак, залез на кнопку. Вот, чувак залез, нажимаем на кнопочку. Так, я нажал? Да, я нажал. Скажи, там зомбаков нету. Или они просто не идут? Где вы? Что-то их нема. А, во, уже идут. Но они не знают моего трюка. Как я вот там... Ой, я покажу, как я вот там вот прыгал. Угу. Один чел уже свалил. Только мы трое остались. Капец. Неупо. Прикольный у тебя нож. А у меня вон. Найт. Пока мы там стоим. Мама ломится. Зомби. Давайте. Так, сколько я записываю? 6 минут. Отлично. Ну, они как-то не идут. О, один чувак уже лезет. Хочет допрыгнуть, не получится. А не коробку сломать. Она сломается. Чувак. Сюда залезь. Чувак. Сюда залезь. Зомби ж тебя по ноге ударит. Ну, чувак, прощайся с миром. Ого. Ну, так убьем. О, вот и зомби пришел, прибежал. Где его убили. Про момент этот. Типа печальный, трагический момент. Такой шлепнулся прямо вниз. Чувак. Чувак, ты куда свалил? Ну, ладно. Он так сам заходил. Я никого не убиваю. Они сами. Я ничего не делаю, они делают. Вот я сейчас стою. Вот, нападаю, он пишет. Кирита Кин. 41 левел. И добавим друзья. Так, у кого какой? Витамикс и Блокстрайк. И дальше всякая фигня. Я стою на месте и ничего не делаю вообще. Так, теперь надо уменьшить чувствительность. Нет, это 30-ка. Ой, нормально. Все нормально. Сейчас мы еще мини-игры будем проходить. Пытаться, точнее. Тут можно попрыгать. Что тут нету потолка? А, тут есть потолок, поэтому... Он будет делать вот так. Пумс-пумс. Обгорывает. Не обращайте внимания, это просто звонит. Да. Не-не-не. Угу. Понял, хорошо. Угу. Ну, эх, геймер, ну, 7-й левел, капец, мне это 4-й, у меня нормальная вещь, ну, как нормальная, только один
Крубар. И 4. Опа, на все как сда. Сатары убили. Стоят, ничего не делают. Ой. Так, надо уже, по-моему, пора сваливать. Пацаны, пора. Опа. А, все, выжившие победили. Ну так давайте побежали, я вам кое-какую мынычку покажу. Такую мынычку прикольненькую. Да что такое? Интернет. Он говорит, нет, это не та нычка, ребят. Вы не думайте, это не та нычка. Сейчас мы тут люк закроем. Вот люк закрыл. Да ну закрывайся. Вася, закрывайся. О, нажали. Сейчас чуть-чуть тут посидим. Так, где зомби? Я не знаю, где зомби, но он должен где-то быть. Короче, побежали. В нычку. Вот эта нычка, это коробка. В него теперь можно уже входить с любой стороны. Только сейчас мой крафт-бар торчит. Сейчас поменяю на ножик. О, у меня новое сообщение. Кто-то скинул. Иисус. Ну ладно. Это что такое? Геймер. Окей. Меня уже добавили два друга. У меня переполнено. Ого. Капец. Один зомби против. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против 11. Не. Один. Против 10 игроков. Интересно, да? Этому зомби не выжить. А, нет, уже два зомби. Ой. Уже 3 зомби. И они меня, ребят, не видят. Потому что я стою так. Что моего лома не видно. Так, роба, ребят, переводится как лом. Ой. Давайте потроллим чуть-чуть Витя Микс. Ему скинем. Запрос. О, сейчас он скажет, кто мне кинул. Так, сзади меня никто не стоит. Нет. Чё, переполнено? Витя Микс пишет. Витя. Так сказать, Микс. Я взял автомат, пестик. Нет, ну встаю. Максимально игроков. Молодой, кстати, да, ребят, максимально игроков. Да что за лаги? Что? Кто тут еще один? Так, 4 зомби против. 4. У одного мальчика. Он восстановился. Ну, бывает, бывает. Никого пока что нет. У меня пишет. Кто сейчас на базе, если не кто-то. А что-то из. Из. Что? З. Что ему сказал? И зачем? Не можешь? Это вот тут еще, наверное, нычка нормальная. Да, буду просто. Что я тебе добавил, кинь запрос. Давайте бокс трою кинем. Запрос. Ну, подумаем, что Витя Микс кинул. А меня. Я кинул. Давайте трубчику кинем. Хоть у него 17 левел. Но мы ему кинем. Давай еще 24-очки кинем. 24-очка. Да, добавим, друзья. Все, он тебя так не сможет вообще. О, добавлен друг. О, меня добавил, капец. Интересно, интересно, еще чуть. Опа. Девчонка.
Ой-ой-ой, топчик нашел меня. Ты дай запрос. Так, а сзади никого нет. Клиент. Что это значит? То есть кто-то нет? Не знаю. Покидать? Может сказать, что покидайте мне сообщение? Ой, подлаивает чуть-чуть. Да что за фигня? Лагает так сильно. Ой. О, вы же вообще победили. Ладно, давайте пойдем поиграем на, так сказать, режиме Дэшрам. Сейчас экран как видите. Ну, я что говорил. Я пропускать не буду. Вот так вот. Сделаю. Давай. На, вот. Все, крестик появился, можно убирать. Так, сколько понимаю? 16 минут. Да вот, играть. Убираем. Все. Вот, Дэшрам. Сил. Давайте зайдем туда, где людей чуть-чуть побольше. Побольше. Что там людей было много. И нормально. Кто-то уже свой лучше пацан. Ой. А вот она. Так, просто у меня интернет. О, один черт свалился с луны. Так смешно наблюдать за ними, когда они падают. Я тут не тоже не профи, поэтому по вот этой фигне. Пацаны, вы что не знали, можно сюда. Ой. Я не успел туда встать. Да что такое? Никнейм какой-то, не понял. Увидите его сейчас никнейм. Не знаю, что за никнейм. Это мой никнейм Салмасан. Саня, Ваня остался. Саня, Ваня остался и Макс. Но Макс уже дошел до конца и все не увидели. Можно стать невидимкой, наблюдая и все. Можно стать невидимкой. Если кто-то умер. Короче, вот такая фигня. Этот режим очень прикольный. Скачивайте эту игру. Прикольная. Нормальная. Играть можно. Ой, чуть не свалился. Ой. Да, я бы не хоппер такой себе. Саня, Ваня. Так. У Сани, Ваня 14 уровень. Ура-ра-ра. Не-не, ре-ре-ре-ро. 16-й. Что-то он себе никнейм такой неправильно подписал. У него еще обычный нож. Макс уже оттачит их с этого, с Ауга. У меня скин Ауг не он. Не он и скин. Угу. О, чувака сейчас лазер убьет. Чё, чувак? Да, чувак, не надо было лезть по паркуру. Да. Лучше б нажал, лучше б не возвращался и просто бы... Какой план сейчас садится? Ну ничего. Сейчас уже буду еще и заканчивать. Алина? Что? У Алины 456. 56-й левел. Я глазам не верю. Что? Капец. У Алины, представьте, ребят, 56-й левел. У меня вон и тот 4-й самосан, видите, да? О, Ади Киллер. Алина.
Вот один Алекс. Один Алекс остался, он в клане тоже. Алина тоже в клане. И паразит в клане. Не, его никнейм просто так зовут. Боже, у Алины 56-й левел. Как так можно? По-моему, красных было один. Двое. Видно, один отрубился. Я не видел. Сейчас уже буду заканчивать видео. Сейчас еще один разок сыграю. Ну, ты будешь идти, ну. Дурачок, ну, тут же закур. Ой, все. Вот, видите, затемнение. Ну, нажми ты. О, наконец-то. Сейчас долго будешь стрелять. Алина так умерла. Так, а за кого я заспомнилась? За синих. Галина за синих заспомнилась. Кстати, если вы не в курсе, то нож можно перезаряжать. Ножик перезаряжать. Надо просто посмотреть. Так, погнали. Ой. Побежали, побежали. Я думаю, вы увидели там бах. Ну, давайте вот это. Все, мы теперь за лазером стоим. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комменты. И всем пока-пока.